вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий вечір. На Гомельщині з'явилися перші тисячники. Ими стали комбайнери агрокомбіната «Холміч» Речицького району Василь Коваль і Віталь Ільєв. Треба значити, що гэты екіпаж уже на протягу опошніх трьох годов першому в області досягає такого високого рубежа. Все лето для того, каб намолотить больш за 1000 тонн, комбайнерам спотребилося 7 дзён. Сьогодні в урочистой атмосфере их ушанавали керівники комітета по сільській господарці і харчаванні Гомельського аблвиконкама і Речицького райвиконкама. Усе подробязності у нашим наступним випуску новинок. Між тим, господарки Гомельської області приступили до здачі зерня у лік держзаказу. На даний момент у елеватори доставлено більше як 11 тисяч тонн зерня нового урожаю. Усього у гэтым годзе хлебороби повинні поставити каля 149 тисяч тонн. Найбільш активно зараз ажыццяўляецца здача жыта і пшаніцы. Кожнай з культур поставили більше як 5 тисяч тонн. Так само распачался продаж ячменю. Несприяльные умовы на дворе значно поуплывали на выники працы аграрию. Засуха, якая закранула паўднёвые и некоторые центральные районы в области, знищила амаль 13% посевных площадей. Средняя урожайность зараз складает 23 центнера с гектара, что амаль на 9,5 меньше, чем летось. Разом с тем, как поведомили у комитета по сельской господарце и харчаванню Гомельского аблвиконкама, это не поуплывает на выполнение держзаказа. Найбольшую укладу поставку зерня плануют унести господарки Речицкого, Рогачевского, Калинковицкого и Буда-Кошалевского районов. На минулом тыдні подчас визиту гомельской делегации на универсальную выставу «Экспо-2015» у Милане были подписаны несколько погоднений с замежными предприемствами. В ближайший час новые партнеры плануют визиты у нашу область. Одним из первых сегодня в регион завитали представники французской компании «Alflex». Замежные гости наведали открытое акционерное товар «Гомель Агрокомплект». Менавіта з гэтым прадпрыемствам адбыліся перамовы на выставе «Экспо-2015» у Мілане. Першая ж сустрэча будучых партнёраў адбылася ў лютым бягучага года ў Маскве. Потым па просьбе кіраўніцтва «Гомель Агракамплекта» прадстаўнікі французскай кампаніі прыехалі ў Італію, дзе бакі дамовіліся аб стварэнні сумеснага абсталявання па ўправленні статкам. Мы специализируемся в области оборудования для животноводства. Это же оборудование мы и будем производить, только будут добавляться новые современные опции, современные разработки. Если раньше мы много средств, времени и денег своей компании тратили на эти разработки, то сейчас, консолидируя вот эти усилия, мы быстрее будем проходить вот эти этапы и предлагать потребителям самое новое, что есть в мире. Наша компания занимается, работает в области идентификации рогатого скота. И, в общем, поскольку Беларусь высказала свою заинтересованность, то есть, что значит идентификация? Это отслеживаемость рогатого скота от фермы до, так сказать, обрабатывающего предприятия. Поскольку Беларусь высказала свою заинтересованность в этом направлении, мы там и собираемся работать. Протягиваем выпуск. Выники работы органов прокуратуры за первые полгода 2015-го были подведены на сегодняшнем посяджении коллегии прокуратуры Гомельской области. На встрече были так само закрануты питания, которые тычатся повышения эффективности прокурорского нагляду за выполнением законодавства. Так, меры, которые были приняты прокурорскими работниками во взаимодействии с иншими правоохранными структурами, позволили по выниках полгода снизить показчики по тяжких и особливо тяжких злочинствах. Агульная колькасць забойства ў рэгіёне знізілася на 23%, фактаў наўмыснага прычынення цяжкіх цялесных пашкоджанняў на 15%. Між тым, прокурораў па-ранейшаму хвалюе ўзровень злачыннасці ў маладзёжным асяроддзі. Ён некалькі вырас у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Павелічыўся таксама і лік пацярпелых грамадзян у выніку гэтых злачынстваў. Па-за ўвагай прокурораў не засталіся і праблемы росту колькасці загінуўшых у ДТЗ, а таксама павелічэнне колькасці злачынстваў, звязаных з гандлем наркотыкамі. Як азначыў прокурор Гомельскай вобласці, неабходна ўзмацніць кантроль за распаўсюджваннем рэкламы курыльных сумесяў у інтэрнэце, а таксама з'яўленнем разнастайных надпісаў у пад'езда и на домах жилого сектора. Возросло количество зарегистрированных коррупционных преступлений. Из 263 коррупционных преступлений в 38 случаях решения о возбуждении уголовного дела принимались прокурорами по результатам проверок, проведенных
исполнение антикоррупционного законодательства. Сегодня раницей увага экстренных служб была прикована до пешеходного моста проз раку Сош. Прикладно о полове 10 раницы на одну из его металличных ферм по дузе узышла девчина и поведомила, что мае намер соскочить у воду. На место здарения прибыла бригада медиков, психологи, супрацовники МНС и милиция. На раце Сош дежурил выратовальный катер «Освод» с водолазами на борте. Девчина находилась на самой высокой части фермы пешеходного моста – прикладно на отлеглости 35 метров от воды. И она поведомила, что соскочить, коли до ее не прыде мати. Ни психологам, ни представникам экстренных служб не удавалось поуплывать на ситуацию. Зробить это смог только епископ гомельский Жлобинский Стефан. До всеогульного здивления он нечекано з'явился на место здарения, зашел на середину моста, максимально наблизился до девчины и на протягу нескольких хвилин размовлял с ею. После этого девчина спустилась вниз, два раза ледь не стративши равновагу. Как после высветлилася, девчина, 20-годовая жихарка одной из весок Гомельского района. Медицинская допомога ей не спотребилася. Поводле попередней информации, причиной учинку стали проблемы у семейных взаимоотносинах. Работниками МЧС никакие работы не проводились. Девушка находилась примерно 10-15 минут там. Обеспечивалась безопасность сотрудниками МЧС, это лодкой внизу подразделения «Освод», а также нашими подразделениями МЧС. Дальнейшее разбирательство проводит милиция. У Гомеля отбылся профилактичный рейд «Соступи дорогу спецтранспорту». Супрацовники Державтоинспекции совместно с представниками сродков массовой информации проверили, накольки охотно автомобилисты предоставляют право переваги на проезд спецслужбам. Патрулевание проходило на адреску дороги от агрогородка Яромина до Костюковки Гомельского района. Мета акции – нагадать водителям, что, перешкаджаючи свободному проезду спецтехники, яны порушают правила дорожного руху. И что самое важное – перешкаджают працы экстренных служб. При отримании сигналу об надзвичайном здарении пожарные, выратовальники, медицинские работники повинны прибыть на место у самые короткие термины. Им часто доводится ратовать жизни людей, а у гэтым процессе кожная хвилина на рахунку. Приемно значит, что по час проведения акции большасть аутоуладальников отдали спецтранспорту перевагу у руху. Сбавляли хуткость або спынялись на обочине у залежности от колеру уключенных проблесковых маячков. У относных до порушальников, якія проигноровали гуковые и светловые сигналы спецтранспорту, супрацовники Державтоинспекции одразу на месте склали администрационные протоколы. Госавтоинспекция хочет напомнить всем водителям, что в случае, если водитель транспортного средства не предоставляет ему преимущество автомобилям специального назначения, будь на автомобиле включены проблесковые маячки, а также включена специальная звуковая сигнализация, то водитель подвергается штрафу в размере от 2 до 10 базовых величин, а также лишение права управления транспортным средством до 1 года, либо без лишения. Сегодня в Гомельском громадско-культурном центре открылась 6-я республиканская универсальная выстава «Кермаш. Летний ценопад». У першиню она была организована в областном центре у липени 2010 года. Ее организатором выступило Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты. «Кермаш» выкликал великую цікавость у покупников, и с того часу он стал традиционным штогодовым мероприемством. Все лето у выставе «Кермаши. Летний ценопад» принимают удел больше, как 50 организаций экспонентов с 4 областей нашей краины – Гомельской, Минской, Витебской и Гродинской. Яны представляют модную вопротку и обуток, парфюмеру и косметику, мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские выробы, мед и продукты пчелярства по сниженных ценах и ценах вытворцев. Особливостью сёлетней выставы «Летний ценопад» является удел у ёй великой колькости рамесников, яке пропануть наведвальникам уникальные выробы ручной работы. Нам очень хочется какие-то новшества каждый раз в наших выставках преподносить как экспонентам, так и посетителям. Поэтому в прошлом году, если вы помните, мы провели в рамках этой выставки конкурс «Караоке по-гомельски». В этом году мы пригласили ремесленников. Вообще ремесленники стали нашими хорошими спутниками и участниками. Мы в прошлом году в весне попробовали их привлечь, и они откликнулись в этом году в весне. И спасибо Гомельскому горосполкому, они поддержали и в рамках этой выставки нашу идею. И праздник ремесленников развернулся и в рамках этой выставки.
Ва урочышчы Казара прайшоў штогадовы адкрыты гарадскі турыстычны злёт «Студэнцкая спякота 2015». Па традыцыі тут сабраліся студэнты 5 ВНУ абласнога цэнтра. Арганізатарамі злёту будучых інжынераў, настаўнікаў, урачоў, юрыстаў і эканамістаў выступілі гомельскі гарвыканкам і гомельская гарадская арганізацыя БРСМ. 10-й год запар гомельскія студэнты збіраюцца ў гэтых маляўнічых мясцінах. 3 дні наводдалі ад горада, ежа, прыгатаваная на вогнішчы, і жыццё ў палатках. Часы мяняюцца, але рамантыка турпаходаў для моладзі застаецца такой жа прыцягальнай. Інтэлектуальныя гульні, экалагічныя конкурсы, спартыўныя спаборніцтвы. Вось далёка не поўны пералік мерапрыемстваў студэнцкай спякоты. Адзін з самых цікавых этапаў злёту – праходжанне турыстычнай паласы перашкод. Тут удзельнікі не шкадуюць сябе і выкладваюцца на поўную. Самае відовішчнае спаборніцтва – кіданне валёнка. Сёлета форум сабраў звыш сотні удзельнікаў, і з кожным годам колькасць жадаючых далучыцца да студэнцкай спякоты няўхільна расце. Тут, як нідзе, чуваецца студэнцкае братэрства. Для многіх гэты турзлёт стаў неад'емнай часткай жыцця. Второй раз впечатление приятное, классное, только погода не очень радует, а в целом вообще очень здорово. Но мероприятие, оно из ряда вон, на самом деле, БРСМ устраивает, наверное, это одно из лучших мероприятий в году, которое устраивает БРСМ. Ну, мне очень нравится. Я, безусловно, всегда ориентируюсь на стужу, чтобы обязательно сюда приехать, а уже под нее подстраиваю все дела. У апошні выхадныя жніўня стартуе чарговы чэмпіянат Беларусі па міні-футболе. Гульцы гомельскай каманды «Беларуская чыгунка» ўжо рыхтуюцца да новага сезона. Зараз яны праводзяць трэніровачны збор у загарадным аздараўленчым лагеры, дзе прабудуць да канца месяца. У мінулым чэмпіянаце каманда заняла 4-е месца. У будучым сезоне задача трапіць на п'едэстал. У міжсезонні БЧ пакінулі адразу 4 гульцы: Яўген Дунаяў, Антон Гусакоў, Дмітрый Рабцаў, Ягор Чыпуліс. Папоўнілі каманду украінцы Артём Залатухін і Мікіта Мажэйка. Абодва добра знаёмыя гомельскім балельшчыкам. Мінулы сезон правялі ў Ветразі. Таксама зараз на праглядзе знаходзіцца гулец мікашэвіцкага граніта Вячаслаў Цвірко. Яго лёс вызначыцца ў бліжэйшы час. Трэнерскі штаб разлічвае, што абнаўленне пройдзе на карысць камандзе. Кардынальных змен у гульні ў новым сезоне чакаць не варта. На першым месцы будзе стаяць выключна вынік, а для яго дасягнення ёсць над чым папрацаваць. Наладить игру в обороне. Вот. Вот это как бы основная наша цель. В принципе, с атакой более-менее какие-то есть неплохие моменты, возможности. Вот. А немножко нас подвела, конечно, оборона. Ну и также вернуть немножко веру нашим вратарям, которые, скажем так, не совсем ровно провели прошлый сезон. І на гэтым наш выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Добрых вам навінаў і да новых сустрэч у эфіры.